Урбан. Программа о городских проектах. Городское парковочное пространство Кирова, что есть, что будет и чего мы хотим. Мы продолжаем обсуждение. Во втором части будем говорить об организации парковок во дворах, на прилегающих территориях, торговых центрах и магазинах. 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. Пожалуйста, высказывайтесь на эту тему. У нас в студии Павел Шихалеев, учредитель группы компании «Новый дом». Павел, еще раз добрый день. Добрый день. Может быть, кто-то только что подключился, и мы поздороваемся еще раз. Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, учредитель компании «Система Глобус». Андрей, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Напоминаем, что в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Мы вас спрашиваем, для кого предназначен наш город сейчас, то есть кто приоритетнее. Там несколько вариантов ответов, и давай сейчас, Даша, озвучим, кто в приоритете сейчас, вот какая ситуация. Для едущего личного транспорта лидирует первый вариант ответа. 187 человек так считают. На втором месте 154 человека отметили для припаркованного личного транспорта. Ну и дальше копейки все распределились между пешеходами, общественным транспортом и велосипедистами. Спасибо, хотелось бы сразу сказать коллегам наших из социальных сетей. Это сообщество «Строим Киров», «Красивый Киров», «Кировский транспорт», кто поделился опросом и таким образом помогли нам собрать шире срез вот этот общественного мнения. Там сколько человек у нас сейчас проголосовало? 383 человека. Это репрезентативная выборка для города Кирова, абсолютно точно. Действительно, спасибо нашим коллегам, которые не устают снабжать нас информацией, оперативные документы выкладывают, мы на вас опираемся и благодарим вас за сотрудничество. Давайте, мы обещали это в первом части, зачитаем комментарии под этим опросом. Да, я говорила о том, что люди, сами того не осознавая, дают ненароком вот этот ответ на вопрос, кто сейчас главный. Вот, например, люди пишут, жалуются на то, что каждые 50 метров переход, каждые 20 метров светофор, пешеходы не хотят пройти 10 метров до перехода и бегают где попало, а люди еще голосуют, что город для авто. То есть таким жалуются. Автомобилисты жалуются. Автомобильное лобби. То есть даже если люди не считают, что город предназначен для автомобилей сейчас, то есть это то, для чего люди хотят этот город видеть, отнюдь, похоже, не для пешеходов. Но, к счастью, тут у человека появляется много оппонентов, кто говорит, что все же это неправда, у вас, наверное, какое-то нарушенное восприятие расстояния, потому что все же не 20 метров, и, видимо, кто-то залез в карту и написали, что это не 20 метров, а 218 и 195, и это не такое маленькое расстояние, которое человеку стоит пройти. Ну, конечно, если ты, наверное, здоровый и веселый, и никуда не спешишь, ни на работу, никуда, то, возможно, 200 метров туда, 200 метров обратно никакой погоды не сыграют, а, ну, правда, утром я думаю, что каждые 10 у нас метров. Была такая история, вот, раз уж мы немножечко об этом заговорили, когда в процессе программы тоже «Урбан» нам звонили люди, которые живут у Вечного Огня, пожилые люди, и просили остановку прямо там, потому что им тяжело дойти до улицы Ленина от Вечного Огня. И мы молодые, когда это слышим, думаем, что... А теперь представьте, что у нас весь набор тех заболеваний, которые сопутствуют уже пожилому возрасту и старости, и очень становится понятным, что происходит. Я не помню, там что-то тогда шла речь о перекрытии там как раз улиц или о массовом выезде куда-то, что-то вот об этом речь. Но в то время еще убрали остановку от центральной гостиницы и перенесли к «Мелодии». Это еще дополнительная там 100 метров получилось. И как раз там, ну, в принципе, там можно, конечно, переходить дорогу напротив поликлиники, но на свой страх и риск, соответственно, нужно, кроме того, что подняться от Вечного Огня до Ленина, еще и дойти. Там нельзя переходить дорогу. Ну вот мне в ГИБДД объясняли, что можно, но приоритет у автомобилей, потому что там выдерживается вот это расстояние. Да, и, ну, то есть можно? Правилами это разрешено, потому что до ближайшего светофора больше сейчас метров, Дарья чем... Сейчас взорвала город, и у нас побегут люди. Нет, они там бегают, но... Вопрос... Ну, 6 лет назад там был запланирован подземный переход, так почему-то это и не сдвинулось никуда. Хотя, наверное... В этом месте он, к сожалению, возможно, было бы логично, хотя если мы сейчас с вами вспомним, раз уж мы заговорили о транспортной системе, идею, которая несколько десятилетий уже витает и снова сейчас была озвучена нашим сити-менеджером Ильей Шульгиным о цепочке оврагов засора, раз уж мы говорим о переходах без пересечения транспортных магистралей, не для всех, конечно, нужд, но для многих нужд вот такая система, которая была бы по транспортным магистралям построена и выводила бы на нас на набережную, была бы, конечно, уникальной и очень полезной. Но мы
остановки — это тоже транспортная система, и тоже с парковками и остановками связано. Светофоры, переходы, газоны, это тротуары, это все вот туда, но мы сейчас об этом говорить вот в данную секунду не будем, потому что это вот надо, когда Альберт Гут на следующий раз к нам придет, мы соберемся, чтобы вот подробнее расспросить, а где у нас будет улица односторонняя, а знаки, знаков не хватает элементарно в городе. Но сейчас у нас задача разобраться, а что в микрорайонах и что в жилых там кварталах, что у нас со дворами, потому что, ребят, ну это, конечно, классно, что ППМИ, например, а потом еще другие программы дали возможность жителям насыпать щебень, ставить шлагбаум и делать себе парковки, убирать, значит, детские площадки или прямо с детской площадкой делать парковку, считая, что это правильно на огромное или количество еще автомобилей. Прекрасное зонирование дворов у нас, когда площадка детская посередине, вокруг или по периметру ее опоясывает дорога, и потом все удивляются, почему дети выбегают что на дорогу, потому что они бегут к своей площадке. Машины, да, понимаете? Вот эта вся история сейчас приобретает особую актуальность. Для машин мы нашли способ, как их на ровное место сухое поставить. Правильно ли это? В правильном мы направлении движемся или нет? Вот мы сейчас это будем обсуждать. 201-101 номер телефона прямого эфира. А сейчас мы послушаем, что по этому поводу думает ведущий застройщик Российской Федерации. Это не кировский застройщик, по-моему, меня поправите, но в Кирове он не строит вообще ничего, компании ПИК. В Кирове нет. Нет проектов. Максимальная застройка – это в Москве. И это такой трендмейкер на рынке строительства. Послушаем, что они говорят об организации парковочных пространств в их микрорайон. Да. Тенденция меняется на строительном рынке, и какие-то строительные компании применяют новые тренды, а по примеру европейских, американских стран, какие-то плетутся все еще в хвосте, но очевидно, что передвижки производства на строительном рынке применяют уже новые технологии и строят свои микрорайоны по-другому. А что сделал ФИК, который является лидером на рынке, и у него совершенно новые интересные микрорайоны появляются, когда вы начали работу над новыми концепциями? Да, давайте я сейчас вам все расскажу. В 2015 году мы разработали и утвердили внутри компании концепцию строительства, которая у нас называется ПИК-стандарт. В соответствии с этой концепцией возводятся абсолютно все проекты компании. И таким образом наши покупатели могут быть всегда уверены, что они получают одинаково высокое качество проекта в любом регионе России. В понятие качества жилья сегодня закладываем мы в компании закладываем массу факторов. Сюда входит и транспортная доступность, и разнообразие инфраструктуры, и благоустройство. И на первый план выходит не просто качественное строительство, да, это сейчас в условиях высокой конкуренции предлагают уже все. Мы предлагаем создание комфортной среды для жизни. Конечно же, интересы автолюбителей и организация парковочных мест – это неотъемлемый атрибут этой среды, потому что машин сейчас есть у каждого. Все проекты группы компании ПИК построены по квартальному типу. Это комфортно и безопасно. Пространство для жизни комфортное и безопасное. С учетом этого парковочные места и объекты инфраструктуры мы выносим за пределы дворов, чтобы во дворе автомобиля не было, потому что это неудобно, шумно, загазованность. И таким образом мы реализуем концепцию «двор без машин». Пространство свободное от автомобилей, там устроены детские спортивные площадки, мини-парки, зоны для отдыха пожилых людей. Заехать во двор могут только специальные машины. Это машины скорой помощи, пожарная техника, другой транспорт экстренных служб. И во дворах мы используем специальное дорожное покрытие, которое на трассе Калмий, как бы успокоенный трафик, да, это используется на Западе, и мы внедряем это у себя. Эти вот специальные дорожные неровности снижают скорость автомобиля до 40 км в час. Мы делаем движение вне домов абсолютно безопасно. И этот подход увеличивает уровень безопасности. Родители не волнуются за играющих детей, да, люди старшего возраста передвигаются без спешки, молодым мамам с колясками нечего бояться. Все входы в магазины и в предприятия сферы услуг, которые у нас расположены по внешнему периметру домов, они оборудованы парковочными местами, машины тех, кто припарковался рядом и зашел за покупками, не мешают жителям. Интересы владельцев, что важно, ни в коем случае не ущемляются, потому что
все наши проекты мы обеспечиваем парковочными местами в соответствии с существующими нормативами. Мы возводим паркинги около всех домов в трех видах, в удобной близости от дома, плоскостные наземные паркинги, наземные многоэтажные паркинги и, конечно, подземные. Стоит отметить, что машинные места в пик можно купить онлайн. Это наше особое предложение, которого нет еще пока ни у одного из застройщиков. Все ли автомобилисты получают возможность припарковать свой автомобиль? Существует ли какая-то очередь? Все ли они платные или есть бесплатные парковочные места? Абсолютно все, кто хочет приобрести парковочное место в многоэтажных или подземных паркингах, они имеют возможность это сделать. То есть мы устраиваем наши паркинги так, чтобы мы просчитываем, чтобы количество квартир соответствовало примерному количеству машин. Да. Все остальное у нас делается по городским нормативам. То есть есть возможность поставить машины рядом с домом, да, есть возможность поставить на городские парковки, которые в Москве, например, часть из них платная, да, и в соответствии с теми нормативами, которые существуют у города. Не очень давно, во время Московского урбанистического форума, я побывала в микрорайоне Бунинские луга. Это интересный микрорайон. В Кирове нет такой практики пока. Замечательные совершенно действительно замкнутые дворы с бабочками, летающими там внутри, и детьми порхающими. А я видела, что между домами вот как раз есть вот эти, между дворами есть как раз вот эти просветы для парковки и для проезда. Но я вижу, что микрорайон еще только заселяется. И возможно, что машин станет больше. Предусмотрели ли вы строительство какой-то еще отдельной парковки, кроме вот возможности парковаться на этих улицах между дворами? Да, у нас везде в наших микрорайонах предусматривается строительство и подземных, и плоскостных многоэтажных парковок. То есть еще отдельная парковка, она возводится где-то, чтобы, если увеличивается количество машин, можно было бы, да, машину поставить? Да, у нас есть специальная система в компании, которая просчитывает запрос населения, да, мы видим, сколько людей приходит, обращаются с вопросами парковки. Если мы чувствуем, что на проекте она нужна, она возводится. Благодарю, большое спасибо за комментарии. Вам большое спасибо. Компания «Пик» в эфире. Надо сказать, что это была запись, мы записывали сегодня утром, поэтому там Светлана Занькова вот сейчас разными голосами говорит. Но мы прервемся на полминуты и обсудим эти практики, посмотрим, а что в Кирове происходит. Урбан. Программа о городских проектах. Городское парковочное пространство Кирова. Что есть и что будет? Какие тренды уже намечаются? Что другие города делают и к чему приходим мы? Мы сейчас говорим о дворовых пространствах, о квартальных пространствах. Мы все живем в каких-то домах, в каких-то дворах. У каждого свои там парковки какие-то. Кому-то не хватает, кому-то хватает. Но вот мы сейчас выслушали опыт компании ПИК московской. Вот то, что рассказывала нам сейчас Татьяна, представитель компании ПИК, это вот тенденция последних трех лет. Раньше этого не было вообще. Поэтому я вот сейчас, конечно, хочу Павла Шахалеева спросить, что знаете ли вы этот опыт, насколько он в Кирове вообще применим, и где мы сейчас находимся? Ну, безусловно, этот опыт мы изучаем. Уже на протяжении двух лет, трех, наверное, действуют действительно те тренды, о которых говорит представитель компании ПИК. Это и по закрытым дворам, и парковочным местам. Я хочу немножко как бы в другую сторону уйти от этого, сказав о том, о чем не прозвучало. То есть, допустим, у нас в Кирове человек, когда приобретает новую квартиру, он для себя мысленно приобретает и парковку уже во дворе бесплатную, и там детскую площадку, еще какие-то... Ему кажется, что это само собой разумеется, это само прилагается. Собой разумеющееся. В Москве совершенно иной тренд. Приведу личный пример. Другую компанию, которая застраивает центр Москвы, хороший проект очень реализует компания «Донстрой». Приезжаем в жилой комплекс, где квартира стоит порядка 500 тысяч за квадратный метр. То есть, ну, стоимость средней квартиры порядка, там, допустим, 80-100 миллионов рублей составляет. Мы выходим во двор, красивый двор, закрытый, как уже прозвучало в соответствии с трендами. То есть там, ну, как бы машины нельзя парковать. Вот, все, посмотрели. Я спрашиваю специалиста, вот подскажите, пожалуйста, а вот я куплю сейчас у вас квартиру, где я буду машину парковать? Он говорит, ну, вы будете покупать у нас машины, места на подземной парковке. Я говорю, погодите, а если я не куплю, где я ее буду ставить?
Я говорю, не знаю. То есть ответ кроется в самом как бы смысле и подходе. Это, во-первых, менталитет. То, что ты должен купить не просто какое-то машиноместо, где ты там ищешь какую-то машину, еще что-то. Раз вы приобретаете квартиру в хорошем жилом комплексе, в хорошем микрорайоне, вы автоматически должны купить машиноместа. Но для Кирова это неприемлемо, я уверяю. Если бы мы своим клиентам ответили именно так, у нас бы никто не купил квартиры. При том, что, допустим, сейчас... Это в данный момент. Да, в данный момент. Ведь москвичи момент, раньше тоже момент, так да, думали. Да, тоже так же так думали. Но вот мы сейчас застраиваем, если квартал Орловская, Ленина-Воровского, самый центр города, там средняя цена квадратного метра, я считаю, что одна из самых высоких по городу, достаточно высокий спрос. Но я вам могу сказать, каждый второй человек, он не приобретает машиноместа на подземном паркинге, хотя они у нас есть. То есть каждый второй, где это еще очень хорошо. Да? То есть, ну, люди каким образом говорят, у вас машиноместа на территории предусмотрены? Мы говорим, ну да, предусмотрено, определенное количество мест. Мы, безусловно, стараемся обеспечить, чтобы они, ну, находились на территории машиноместа и бесплатные. Но если бы мы выстраивали свою позицию от того, что у нас закрытый двор, вот у нас подземный паркинг, на подземном паркинге машиноместо на квартиру предусмотрено, достаточно большое количество машиномест, приобретайте. Люди бы негативно бы к этому отнеслись, и это бы сказалось на спросе. В Москве такого нет. Павел, а если сразу заложить цену на парковку в стоимости жилья и продавать, ну, повыше, но сразу с парковкой? Ну, а тогда будет не рыночная эта цена. Да, здесь ведь вы понимаете, вот... Это Андрей Бережный тоже сейчас прокомментировал. Да, открою сейчас внутреннюю кухню такую небольшую, как у нас в Кирове застройщики мыслили и мыслят в текущем режиме, касаемых строительства подземных паркингов на своих территориях и в своих жилых комплексах. Если, допустим, порядка 5-7 лет назад, ввиду того, что земельные участки не позволяли размещать машиноместа, застройщику приходилось строить, приходилось именно подземный паркинг, он был всегда нерентабелен. То есть себестоимость строительства подземной парковки, она была выше, чем стоимость всех проданных машиномест, потому что рыночная их стоимость, ну, в каких-то районах где-то 500 тысяч, где-то 400. Я могу сказать, что рентабелен паркинг при стоимости машиноместа от 750 до 800, ну, примерно до 900 тысяч за одно машиноместо. Вот представьте, кто будет, например, в Юго-Западе или в каких-нибудь районах отдаленных покупать машиноместо в подземном паркинге. И что же делать? Ну, здесь уже, соответственно, понятно, что существуют машиноместа, которые бесплатные, которые располагаются на земельном участке. Но я сейчас говорю про большей части центральную часть города. Тогда люди просто паркуются, да, на улице. Я сейчас сказал, да, о том, что было 5 лет назад. Сейчас, в принципе, уже культура потихонечку приходит. Вот это. То есть мы же приобретаем не просто, скажем так, машиноместо, да, мы приобретаем уровень комфортного своего проживания. То есть когда ты приходишь зимой, у тебя машина всегда стоит в тепле, не надо ее там не разогревать, не прогревать, ничего. То есть люди уже готовы за этот комфорт платить. И, по крайней мере, в центре, я могу сказать, что все парковки, которые строятся и которые, допустим, сейчас мы строим, они на текущий момент востребованы. И вот мы сейчас, практически продав, допустим, 30% квартир, в доме еще 70 не продано, мы практически распродали первый паркинг. То есть, соответственно... Как вы смогли это сделать? Ну, каждый человек практически, вот сейчас, который приобретает квартиру, ну, каждый второй, он приобретает на свою квартиру два машиноместа. То как есть, вы их убеждаете, чтобы они приобретали? Они идут сколько в сторону комфортного пребывания. Ну, в среднем от 850 до миллиона. Вот я смотрю, просто недавно разговаривали с Денисом Крутихиным как раз про Алые паруса. Трехсекционный 24-этажный дом. Огромное количество квартир там есть, да, небольшого габарита квартиры, и на все это здание 142 парковочных места под землей. Стоят они по миллиону, как Денис Леонидович озвучил, и народ не спешит, покупая маленькую одну-двухкомнатную квартиру, покупать миллионное место в центре города. Вопрос, где все будут парковаться? Хорошие? У нас зачастую люди, приобретая квартиру, об этом не думают вообще. Это очень зря, я считаю. То есть вообще, когда человек планирует покупку на длительный период своей жизни, тем более такую масштабную, как квартира, надо оценивать абсолютно все факторы, которые связаны с недвижимостью, которую он приобретает. То есть и машиноместа, там детские площадки. Ну, то есть машиноместа – это первое, о чем должен озаботиться человек, который приобретает квартиру, а не бегать потом и не разводить руками и не пытаться припарковать ее в соседнем дворе. Но пока у нас нет никаких правил, которые заставят человека это сделать. Только собственное ощущение комфорта его заставляет это делать. Безусловно. То есть цена на квартиру или еще какие-то иные факторы, только не прямой фактор именно удобства, за которое действительно нужно платить. Давайте мы сейчас тогда Нью-Йорк послушаем. Вот они как раз дают нам комментарий, до чего дошел Нью-Йорк.
вот в связи с тем, что переполнены, да, паркинги, и как можно заполучить парковочное место в итоге? Мы дойдем до этого, может, лет через 100, но все равно там будем. Все там будем. Повсеместно по всему городу стоят такие аппараты, называются они митер. Ты можешь припарковаться на нем, если ты найдешь даже на митере парковку. Потому что с парковкой здесь у нас очень большая проблема. Машины все стоят сантиметр друг от друга, поэтому никто даже не обижается, что если кто-то поцарапает друг друга. Ты можешь встать на этот митер. Везде, кроме Манхэттена, 25 минут стоит 25 центов. То есть один час стоит $1. В Манхэттене стоит $2. Да, есть бесплатная парковка. Смотришь, на улице стоят указатели, можно ли припарковаться. Здесь еще есть такая замечательная штука, как уборка. Если на уборке припаркуешься, то штраф дадут. Мы живем в семиэтажке в обычном доме. Вот там есть рядом с домом парковки бесплатные? Бесплатная парковка на улице. Но одна сторона у нас четверг уборка, вторая сторона пятница уборка. То есть в любые дни можно ставить. Угу. Если же, конечно же, ты найдешь здесь местечко. С местечком здесь очень плохо. У нас есть платная парковка в доме, внутри дома, как в цокольном этаже, а также на заднем дворе. Парковка стоит $200 внутри за месяц. На заднем дворе стоит $150. Но мест нету, потому что очень тяжело туда попасть. Подходишь к управляющему дома, это неизвестно, сколько эта очередь может продлиться. Если будут места, тебя сами поставят сразу же. Если мест не будет, можешь прождать. Я знаю, что вот там на Брайтон-Бич есть огромный жилой комплекс. Там парковка придется по наследству. Я тут с китайцем договорился напротив нашего дома. Я ставлю у него за $150 в месяц. Даш, поясни, кого ты записала? Самом деле, это мой старинный друг. Он сейчас живет в Нью-Йорке, но уже достаточно давно. У них свой автомобиль, и поэтому вот они напрямую сталкиваются с этими проблемами парковки. Они переехали там недавно из частного дома в обычную вот многоэтажку, и поэтому сейчас вот вопрос, что называется, стоит ребром. Но на Манхэттене, кстати, цены еще дороже. То есть вот эти $200 там на Манхэттене превращаются в 800. Вот надо сказать, что, кстати говоря, у сети компании «Глобус» много магазинов и много своих парковок, которые вы сами оборудуете, сами их убираете, там нет ям, ничего такого нет. И мне интересно, мы сейчас о них поговорим, зачем вы все это делаете, потому что есть с чем сравнить. А у вас оставляют жители близлежащих домов на парковке автомобили? И что тогда, если оставляют, вы с этим делаете? Это законно или нет? Ну, безусловно, оставляют. По большому счету мы ничего с этим не делаем. Иногда, когда совсем уже какая-то вот наглость, можем вызвать эвакуатор, если припаркована машина. Несколько дней стоит, например. Ну да, да, да. Снегом. Какие уже правила присыпаны вообще действуют на этих парковках? Это свободные парковки или могут такие висеть значки только для клиентов магазина? Гипотетически можно их перегораживать, гипотетически можно ночное время их закрывать. Ну, не видим в этом пока необходимости. По большому счету. Надо просто понимать одну простую вещь. Удобная парковка, достаточная, это конкурентное преимущество. Если предприниматель, будь это сфера услуг, торговля, там, офисный центр, или если дом, он занимается бизнесом, он должен дать возможность своему клиенту, своему покупателю там, удобно припарковаться в то время, в которое ему нужно. Иначе твой бизнес будет постоянно страдать из-за этого. Но, к сожалению, не все это понимают. При этом надо еще отметить одну вещь. Что касается коммерческой недвижимости, там, торговых центров, есть ведь стандарты. Да, большинство из них рекомендательные, но это больше уже от позиции там, городской администрации. Там, это именно при застройке. То есть как на жилье есть стандарты по парковочным местам, так и есть стандарты по коммерческой недвижимости. Там, основной стандарт, если не ошибаюсь, там 5-7 машиномест на 100 квадратных метров. Ну, вот, грубо говоря, посчитайте, возьмите там за последние 5-10 лет там, объекты там, коммерческой недвижимости, которые появились в городе. И соответствуют они этим стандартам или не соответствуют? К сожалению, ни один объект в полной мере не соответствует. Там, может быть, в 2 раза меньше, да, может быть, какие-то истории. Но большинство, или вообще нет. Но большинство там в 10 раз как меньше. Как вот торговый центр «Крым», который стоит прямо напротив «Глобуса». Ёж Крым, торгуешься у «Глобуса», простите. Ну, в данном случае я бы, может быть, выделил даже какие-то другие там объекты. Например, тот же, там, вот мы сегодня говорили про Комсомольскую площадь. Угу. То есть парковка на привокзальной площади – это всегда была глобальная проблема города. Ее пытались решить. Плюс сейчас надо понимать, что появляется путепровод. Ну, то есть там появляется торговый центр вообще без единого парковочного места. Ну, то есть такие примеры у нас есть. Понятно, что это все не во благо в целом транспортной инфраструктуры города, не на благо. Поэтому обязательно нужно предпринимателю думать о том, где будет покупатель. Причем, если у предпринимателя есть желание сделать парковку, он ее сделает. Если вот он готов сейчас потратить свои деньги, он сможет этого сейчас добиться. Сейчас мы об этом поподробнее поговорим, потому что вот проблема, которая возникла этой зимой, мы уже про зимние
зимнюю уборку говорили про снег, который не вывозился с парковок у торговых центров, благодаря чему там количество парковочных мест просто сократилось в разы. У «Глобуса» другая история. Это единственная, в общем, сеть торговая, которая самостоятельно снег вывозила. Об этом говорил здесь Илья Шульгин, приводя вас в пример, больше никого не приводил. Насколько это затратно и насколько действительно эффективно содержать самостоятельно, и как долго вы собираетесь это делать, или все-таки вы там будете давить власть, чтобы они это делали, поскольку это обязанность, в общем, да, муниципалитета, я так понимаю. Вот после перерыва об этом поговорим. Урбан. Программа о городских проектах. Городское парковочное пространство Кирова. Что есть, что будет, как надо. Обсуждаем сегодня в программе «Урбан». В студии Павел Шахалеев, учредитель группы компании «Новый дом». В студии Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, учредитель компании «Система Глобус», Дарья Пузеева, Светлана Занько. И мы говорим о магазинах, торговых центрах. Вот как раз до перерыва заговорили, и Андрей сказал, что... Если есть желание у бизнеса организовать парковочное пространство, чтобы оно выглядело прилично, чтобы это все функционировало, он это сделает. Да, наверное, раз вы это делаете, то это можно сделать. Но насколько это экономически выгодно и полезно? Или это просто вот какая-то такая позиция владельца, например, бизнеса, который не терпит там вот безграмотности в организации пространства эстетически, ему больно там на это смотреть, и вообще он хочет, чтобы все было по-человечески. Но насколько это экономически выгодно или затратно? Ну, в зависимости, конечно, от сезона. У нас последние годы были очень снежные. Я скажу так, что в нашем случае, ну, мои затраты на уборку снега ежегодно в месяц более от двух до трех миллионов примерно в среднем. Это на вывоз снега конкретно с тех площадок, которые мы обслуживаем. И, ну, а как по-другому, с другой стороны? Пока мы ждем кого-то, мы теряем покупателя. То есть создается, ну, скажем так, конфликт, не конфликт, но покупатель может тебе больше не вернуться. Это нормально на самом деле. Это просто вопрос репутации. Обслуживать те парковки, которые обслуживают, там, дают возможность привлекать тебе покупателей. Ну, это вы говорите, что нормально. А вот мы сразу посмотрим на крупнейший торговый центр в Кирове, например, Джем-Молл. Мало того, что там асфальтовое покрытие в совершенно непотребном состоянии, огромные ямы, и ничего с ними не делают абсолютно. Зимой там лежали... гигантские просто горы снега. Гигантские. Его никто не вывозил, этот снег, вот из этих гор. Может быть, там частично куда-то двигалось, но не вывозили. Это большой, управляемый, там, не знаю, не кировской, наверное, компанией, торговый центр. Ну, это как раз и объяснимо, что собственник, возможно, не видит этого просто. Мы находимся здесь, мы постоянно это видим, понятно, что мы этим занимаемся. А собственник, который может находиться там в другом городе, в другой стране, ну, там есть определенный бюджет на обслуживание этого объекта, да, все, что сверху этого бюджета, ну, может быть, не заложено. Поэтому управляющая компания, которая находится здесь, в Кирове, возможно, просто не имеет инструментов для уборки. Может быть, она и хотела бы убрать, хотела бы вложиться, но не имеет этих инструментов. Или, это вопрос организации. Или по отчетам все хорошо. На фотографии красивая парковка, убранный снег. Светлана, это вопрос желания и организации системы. А вот может ли город каким-то образом повлиять на владельцев и управляющих торговых центров и магазинов? Или все-таки тут только личный фактор от самого владельца управляющего? При желании может. Город может повлиять? Конечно. Есть правила благоустройства, есть штрафные санкции достаточно серьезные. При желании может. Хотя вот самое интересное, что непонятно, наоборот, у федеральных компаний существует какая-то система стандартов, то есть, я думаю, она во всех там областях, чтобы, наоборот, эффективно управлять. Ну, например, я лично говоря, в Казани, там, у этой же сети, грубо говоря, не видел ни на одной парковке, там, неубранный снег или еще что-то. То есть, я думаю, все равно здесь это вопрос администрирования на местах и желание грамотно и качественно этот процесс именно организовывать на месте. То есть... Да, кстати, то есть в Казани одна ситуация у такого же торгового центра, а в Кирове она абсолютно другая. Мы сейчас подключили по телефону Константина Сечихина, руководителя рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог. Парковки тоже входят в сферу интересов рабочей группы. Константин, добрый день. Добрый день. Гость, я не знаю, ты нас слушал в течение этого часа или нет? Скажи, пожалуйста. Ну, слушал в течение вот
Второй час. Да, отметь, пожалуйста, наиболее важные моменты, которые ты услышал, и, может быть, твое собственное мнение по поводу парковок. Неважно, выбери любую тему: жилые кварталы, торговые центры или общая дорожная сеть. Ну, одна из тематик – это жилые кварталы на сегодняшний день, да. Проблема с жилыми кварталами, особенно это не новые кварталы, это хрущевки. В том ракурсе, в котором они есть, так как территории раньше не предусматривались по парковочным местам. Сколько машиномест должно быть? Так, да-да-да, я думал, ты сразу скажешь рецепт, что с этим делать? Не, я просто плохо, да, а что делать? Надо просто дать свободу людям, дать свободу гражданам. Вырубить все деревья, закатать все в щебень и поставить машины. Ну, почему вырубить деревья? Просто уменьшить территорию газонов, уменьшить территорию земли, деревья можно оставить, их можно грамотно облагородить. Это одно из решений данной проблемы. А вторая проблема – это уменьшить территорию газонов между тротуарами и уличной дорожной сети. Я не говорю про вырубку деревьев в данной ситуации, я говорю про уменьшение газонных именно территорий, потому что от нее большого толку нету, только одна грязь на уличной дорожной сети на сегодняшний день, с учетом того, что у нас не работает ливневая канализация. Вот сейчас бы тебе Анатолий Курбатов имел что ответить. Я вместо Анатолия Курбатова. Пожалуйста, Дарья Пузлеева в ответку. Нет, сейчас говори, пока Я на самом деле наконец-то нашла то, о чем я много раз говорила. Существует фундаментальный закон дорожных заторов. Он был открыт американским экономистом Энтони Даунсоном еще в 1962 году. И он был доказан ни раз, ни два, ни сто, ни двести на примере разных городов. И он звучит очень просто. Чем шире дорога, тем больше машин. Вы не попали в пробку, вы и есть пробка. И то есть расширением дорог проблему не решит. И тем более убиранием газонов. Их просто нужно привести в нормативное состояние. Вот тут история ведь такая. Кость, ты же тоже бываешь в городах и в Москве сейчас, да? Где расширять не дорогу, а расширять тротуар. При этом образуются и парковочные пространства. Ты видишь, как устроены европейские города, где узкие дороги, но там есть и проезд для машины, и проход для пешехода, и еще для велосипедиста. И газоны, которые, как ты говоришь, там несут какой-то функционал и загрязняют дороги. И газоны тоже наличествуют. Вот Толя Бакурбатов тебе сказал, что не деревья, а газоны в городе отвечают за воздух, экологию, эту фильтрацию. Вот как учесть эти факторы и все интересы? Ведь не только автомобилисты в городе, понимаешь? Вот сейчас наши люди голосуют и говорят автомобили. Но все города мира говорят, что на первом месте пешеход, велосипед, потом общественный транспорт. В Москве пока другая ситуация. Понимаешь, что сразу это невозможно. Там общественный транспорт, велосипед, пешеход, а потом уже только автомобили. А мы все равно все еще говорим только об автомобилях. То есть даже вы с дворами сразу предлагаете расширить место для машин. Нет. Ну, давайте по-другому маленькую ситуацию посмотрим. На сегодняшний день та инфраструктура, которая создана в городе, да, она просто-напросто не даст нам расширяться, как вы предлагаете, да, с увеличением велосипедных дорожек, с увеличением на сегодняшний день линии для общественного транспорта, да. Почему? Все равно будет приводить к уменьшению газонов. Почему непонятно? Почему непонятно не может? То есть расширить дорогу, чтобы запустить туда побольше машин, или пересмотреть систему движения в городе, чтобы потоки распределились и правила соблюдались, и расширить, наоборот, тротуары для пешеходов? Мы с вами сейчас обсуждаем парковки с парковочными местами, да? Да, точно. И как бы для увеличения парковочных мест надо увеличивать место. Варианта. Либо снести старые хрущевки, сделать программу реновации, как делают в Москве, да, и увеличивать таким образом проезд для общественного транспорта, велодорожки. Но никто таких не выделит, вы сами это тоже должны понимать. И в данной ситуации остается только решать проблему тем способом, который самый простой. А самый простой способ на сегодняшний момент, я вижу, это уменьшение газонов, увеличение площадок для стоянок автомобилей. Спасибо, спасибо. Константин Сечихин был с нами на связи. Вот Андрей Березин кивает головой. Согласны? Я согласен с тем, что любые изменения требуют определенного резерва. Тот резерв, который есть в городе, это да. Но я бы не стал называть это газоны. То есть давайте будем
откровенны. 95% этого пространства, ну, я, может быть, что-то крамольное сейчас скажу, это кусок грязи между тротуаром и дорогой. Ведь этот кусок грязи можно превратить. Да, пусть Андрей просто, скажет, скажем мы так, отдельно возьмем газон. Мы много где собирались. Жил и много где был. В Германии все газоны идут после пешехода, после тротуара. Там нет практически, ну, в тех годах, где я был, газонов между дорогой и тротуаром. Ну, это согласна, место да. отдано этим же велодорожкам. Каким образом мы можем эту инфраструктуру по велосипедам выстроить в городе, там, не используя это пространство? Никаким. Каким образом мы можем на главных ключевых улицах там, дополнительные парковочные карманы сделать? Никаким. Мы говорим о том, чтобы привести газоны в надлежащее состояние. Вы представляете, какой это бюджет для того, чтобы в городе Кирове, мы говорим про город Киров, мы говорим не про Нью-Йорк, там, не про Казань и так далее, где, наверное, 99% этого пространства никем не обслуживается вообще. Это первая проблема. Вторая проблема. Дождь, снег, это грязь, она попадает на тротуары, она попадает на дорогу. Это разрушает дорожное полотно. По поводу ширины тротуаров. У нас нет в городе проблемы в большинстве случаев с шириной тротуаров. У нас есть проблема с тем, как эти тротуары отремонтированы. Есть ли там пространство там, для инвалидов, для колясок. Ливневка в конце. Да, конце. Там пандусы и так далее и тому подобное. По ширине, ну вот лично мое мнение, такой проблемы не существует. И единственный резерв для того, чтобы как-то менять эту инфраструктуру, расширить там дороги, увеличить количество парковочных карманов, сделать велодорожки, привести это все в порядок, убрать грязь. Что повлечет за собой тому, что эта же дорога она будет служить дольше, потому что вода не будет на нее попадать, ну и меньше будет разрушаться. Это, к сожалению, вот как мы говорим, да, газоны. Но это не газоны. Надо воспринимать их такими, какие они есть. Это кусок грязи между дорогой и тротуаром. Все газонное пространство должно идти между тротуаром и домами. И вот эту территорию надо действительно развивать. Все. У нас остается полминуты до завершения. Мы должны дать ответить, а потом даже как-нибудь в следующий раз сделать персональную программу, где сами всем ответим. Да? Пожалуйста, Павел. Ну, я считаю, здесь как раз продолжу тему единых стандартов. Мы должны прийти к тому, что разработать единые стандарты, что касаемо вот как организовывать стоянки внутри этих хрущевок старых, да, то есть, соответственно, жители должны понимать, по каким стандартам они имеют право свою территорию осваивать. И они как лишь бы все засыпали. Да, то есть, соответственно, должен осуществляться работы по этим стандартам и контроль вот этих проведенных работ. Тогда мы получим, по крайней мере, решение вопроса именно парковки у старых домов. Что касаемо новых домов, безусловно, сейчас нормы двигаются к тому, чтобы мы все-таки вышли на то, чтобы у нас в Кирове уже было машиноместо на квартиру. Это обеспечит парковкой бесплатной всех необходимых, если она не подземная. Вот. А что касаемо тротуаров, о чем вот сейчас говорил Андрей, безусловно, то есть мы должны решать вопросы иным путем, соответственно, жертвовать тем, что у нас сейчас, чего в принципе нет, это газонов, и делать ливневки. Тогда, в принципе, у нас качество полотна сохранится, по крайней мере, сейчас идет ремонт тротуара в центральной части, и дорожную часть мы сможем максимально использовать и вывозить снег зимой. Мы не можем, наше сердце с Дашей общее одно на двоих в данном случае обливается кровью. Вообще всеми газонами пожертвовать? Безусловно, нет. Где-то коммуникации проложены. Просто, ладно, жертвуем, но чтобы распределение было не 9 в сторону машин, а 1 в сторону пешеходов там, и велосипедистов. Где по факту их нет, потому что хуже уже не будет. Мы должны сделать только лучше. Да, спасибо. Спасибо вам за конструктивную дискуссию. Завершается программа «Урбан». У нас в студии были Павел Шахалеев и Андрей Березин. Дарья Тупозлиева, Светлана Занько. Прощаемся с вами через 2 недели с новой темой городских проектов здесь, в студии «Урбан». Программа о городских проектах.